Яркие народные гуляния «Русский двор» прошли на территории Георгиевского храма. Организаторы «Русская община» такое устроили впервые. Этот праздник сделать для наших детей, чтобы они, так сказать, видели, что такое Россия, что такое русский человек, русская культура. И цели одни, у всех одни, да, то есть это объединение, консолидация русского человека для взаимовыручки. Просто все банально. В принципе, мы помогаем в любых ситуациях друг другу. Тематические мастер-классы, исконно русские забавы и игры для детей и взрослых. Стрельба из лука позволили окунуться в атмосферу быта наших предков и почувствовать дух народного праздника. Также мальчишки и девчонки приняли участие в изготовлении окопных свечей для бойцов СВО. А взрослые могли потягаться силой. Можно было познакомиться друг с другом, попить чай из самовара на дровах с вкусными угощениями и отведать ароматную квашу. Довольны были все. Атмосфера добрейшая, все очень нравится. Прекрасная возможность всем увидеться, встретиться, пообщаться, поделиться каким-то добром, теплом, светом. В общем, все очень прекрасно. Пришел, чтобы душа порадовалась. Детские игры очень понравились. В общем, всем понравилось. Чай очень вкусный. Атмосфера очень классная. Это наша история, это наши корни. И мы стараемся прививать детям тоже любовь к истории. Русский двор напомнил о важности традиций и семейных ценностей. Ведь этот год – год семьи. Семья – это не только муж и жена, не только дети. Семья – это община верующих, это друзья. Семья – это очень такое широкое понятие, заключает в себе любовь, терпение, понимание. В будущем планируется повторять такие праздники и в других храмах нашего округа.